Эволюция iOS, часть 2. Спустя год после выхода iPhone OS 1, Apple исправляется и добавляет систему App Store, собственный магазин приложений, что кардинально изменило iPhone. В iOS 3 появилась важная функция — скопировать, вставить. А в 4 впервые появляется FaceTime, папки приложений, а саму систему переименовали в iOS. Ведь она выходила уже не только на iPhone'ах, но и на iPad'ах и на iPod Touch. Но настоящая революция произошла в iOS 5. Подпишись, чтобы не пропустить следующую часть. И это была...